Дорогую в 5 самолетов мы прибыли на остров Флорес. Здесь на Комодо живет одно из живых чудес природы. Огромные вараны. Но 4-метровые гиганты не являются главной целью путешествия. Как ни странно прозвучит, мы летим за тысячи километров от своих квартир, чтобы оказаться дома. Мир под водой разительно отличается от наземной жизни. Сопротивление воды заставляет вас двигаться медленно, лишая возможности суетиться, совершать необдуманные действия, приводит ваши чувства и мысли в порядок, помогает обрести себя и физически дарит еще одну степень свободы. Вы можете передвигаться не только на плоскости, как на поверхности Земли, а уподобившись птице в небе, совершать взлеты и спуски над дном океана. Эти чувства, спокойствие, размеренность и течение времени рождает облако уюта вокруг вас. Вот почему здесь, под водой, дайвер чувствует себя дома. Впервые оказавшийся здесь человек обычно поражается многоцветию, разнообразию форм и резкому контрасту между спокойствием своего пребывания под водой и стремительностью протекающей здесь жизни. И это так. После учишься видеть нюансы. Вот расстояние, которое заключено в толщу воды, скрадывает горизонт, и пространство вокруг тебя становится как бы замкнутым. А это уже глубина. Безжалостно пожирающие краски, которые дарят этому миру солнце. Первым в ее меню — красный. Дальше пир продолжается по линии спектра. И вот на дне тарелки остается только синий-серый цвет, который переходит в чернеющую пустоту. Комодские острова — родина гигантов, но живут они не только на раскаленном песке побережья. Знакомьтесь, гиганты водного мира — скаты-манты. Огромными плоскими дирижаблями они баражируют вокруг нас. Открытые рты недвусмысленно показывают нам, что эти рыбы абсолютно спокойно занимаются своим главным делом. Набивает желудки планктоном, который здесь в изобилии. И не совсем понятно, как эта обыкновенная жизнь обитателей глубин может вызвать такой приток эмоций в тебе. Морские черепахи. Они мало изменились за миллионы лет своего существования. Окаменевшие останки их прародителей – молчаливые тому свидетели. И вот этот реликт прямо перед тобой. Его каменный панцирь уже начал захватывать это тело, превращая его в экспонат для музея далекого будущего. Хочется верить, что в этом будущем будут и люди, и черепахи, с таким же интересом смотрящие друг на друга. Согласитесь, звучит странно. Умнейший моллюск. Сразу на ум приходит забавное сравнение – умная улитка. Но это действительно так. Осьминоги признаны учеными одними из самых высокоразвитых существ в своей нише. «О да, я умный, так что не стоит беспокоить меня», — читает твои мысли резиновый зверь и спокойно закрывает глаза. Многие обитатели глубин приходят в нашу жизнь из детских книг, из мультфильмов. Их образ отпечатывается в детском мозгу черно-белым эстампом. Барракуды, акулы — это жестокие убийцы, беспощадные в своей ненависти ко всему живому. Но
Посмотрите на них через свою маску. Они явно не дотягивают на смертельную угрозу вашей жизни. Может, это потому, что ты находишься с ними рядом, и поэтому не хочется думать об этой стороне их характера. Как бы ни было, пребывание в зоне досягаемости их зубов и отсутствие следов последних на собственном теле меняет отношение к этим хищникам. До новых встреч, Комодо. А может, этой встречи больше никогда и не будет. Но так ли это важно? С каждым погружением что-то меняется в твоей душе, в твоем понимании этих миров, земном и подводном. И остаются воспоминания. Хочется помнить как можно больше и как можно дольше. Вот и еще один яркий фрагмент путешествия напоследок. Вараны.